Безрукова Пушкина. По вашему мнению, вот как вы считаете, все-таки кто виновен в смерти поэта? Царь, Дантес, Гекерн или, может быть, сам Пушкин? Не знаю. Ну, может быть, кто-то другой еще, какие-то у вас варианты, общество, там, Наталья Николаевна. Кто? Как по вашему мнению? Не задумывалась. Никогда. Ну, а в школе все-таки учили как-то? В школе, конечно, Дантес, царь, конечно, в школе. Ну, кто все-таки вот, по существующим представлениям? Ну, не знаю, наверное, Пушкин, как один из величайших людей, пришел к логическому завершению своей жизни. То есть он сам создал свою смерть? Ну, видимо, да, как многие из наших. Кто все-таки виновен в смерти Пушкина? Это сам Пушкин, я думаю. Вы считаете сам? А как вы думаете? Не знаю даже. Ну, кто? Не царь же, не царь. Царь сейчас хороший, говорят. Ну, тогда это был... плохой был царь, а сейчас хороший. Ну, а все-таки, как вот это? Он что, сам инсценировал свою смерть, сам спровоцировал Нет, ее? Ну, мог бы там попал это. Ну, Гекерн, например. Слова бы выбирал, наверное. Угу. Ну, он специально, наверное, так делал. Письмо-то ведь настолько оскорбительное, что я бы, наверное, тоже вызвал на дуэль. Ну, что такое письмо? Я не слышал последний раз. Много дуэлей у нас очень там, хоть оскорбляют друг друга со всех сторон. Ну, я думаю, не знаю. Времена такие. Значит, он сам придумал. Придумал, инсценировал свою смерть Пушкин сам. Нет, это вы меня уже тут переначали. Ну, а как? Ну, инсценировать-то он не мог сам. Мог уйти от этого, да? Убить-то убили, но уж мог, наверное, решить как-то. У него варианты, наверное, были еще. Были же варианты. Ну, и он искал смерть, по-вашему? Ну, он не искал. Он, я думаю, что, как любой уже гений, немножко зазвездился. Как вы считаете, кто виновен в смерти Пушкина? Дантес, только Дантес. Вы считаете Дантес? Да. Почему? Почему Дантес? Он же никого, в общем, не оскорблял. А Пушкин Но тоже. Он же вызвал на дуэль Пушкина. Нет, не он его вызвал. Ну, значит, мы не в курсе, наверное. Ну, то есть формально вызвал он, потому что он оскорбил его отца Гекерна, а Гекерн не мог выходить на дуэль, потому что это было запрещено для дипломатических работников. Ну, мы не очень светлые. Но все-таки вы считаете, что это Дантес? Мы считаем, я да. А вы как считаете? Тоже. Что Дантес убил? Все-таки кто виновен вот, в смерти Пушкина? Царь, Дантес, Гекерн или, может, сам Пушкин? Или кто-то... Простите, да, но я считаю, что в гибели Пушкина, вернее, в его смерти, виновна только его жена. Она спровоцировала ревность. В нем разбудила ревность. Ищите женщину во всем. А вы как считаете, что женщина виновата? Нет, я, например, считаю, что он сам мог бы не пойти.
Ну, это я с нашей точки зрения, со своей личной. Знаете, инстинкт самосохранения никто не отменял. Ну, может быть, понадеялся, что, знаете, удача будет на его стороне. И он не, конечно, но у него такие были вот именно земные такие вот, он не мог перебороть, ревность спровоцировала. Может быть, даже и необоснованная ревность с ее стороны. Мало ли что, она красавица, в нее могли оказывать ей внимание многие. Но ведь это же не говорит о том, что она неверна была ему, я так считаю. Но спровоцировала она, я так считаю. Его неизменно. Чисто мужские. На спектакле узнаем. Ну, это вот у Сергея Безрукова своя своеобразная версия, трактовка этой трагедии. Вот, а как вы считаете, вот Сергей Безруков, он еще исполняет Есенин, исполняет Высоцкий. Да. Вот Иисус, как вы считаете, почему все-таки долго не живут гении в России? 33 года. Почему не живут долго? Ну, почему не живут? Во-первых, я так считаю, у них определенные какие-то жизненные, природные жизни или какие-то были данные, которые они неимоверно расходовали. Вот это я так считаю. Неважно, пили, не пили, может быть, вот это для меня до Есенина. Рисковали. Рисковали, да, в какой-то мере поэты. Травили и травили. Иосиф Бродский чуть больше прожил. Вот. Но я что хочу сказать. Ну вот, наверное, вот это все. Они сами себя иногда и подгоняли под эти вот кратковременную жизнь. Как вы считаете, все-таки кто виновен в смерти Пушкина? Вот. Дантес, Гекерн, Царь, общество, Наталья Николаевна или сам, может быть, Пушкин? Мне кажется, время было такое, все это было модно вызывать на дуэли. Ну, не все погибали на дуэлях. У Пушкина было много дуэлей. Ну, не знаю, он хотел постоянно свою честь, за честь своей жены. Mm. Вот. Роковая судьба. Так сложилось. То есть вы считаете, судьба, он ничего не провоцировал? Не знаю, если честно. Ну, вылитая просто Наталья Николаевна. Вот, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, все-таки кто виновен в смерти поэта? Пушкин, Царь, Дантес, Гекерн, Наталья Николаевна или кто-то другой? Мне кажется, Дантес. Дантес. А почему вы так считаете? Потому что на него выстрелил. Потому что убил. Да. Потому что он вел себя неподобающе. А если бы Пушкин убил Дантеса, тогда как вы себе представляете? Он же хотел убить Дантеса? Да. Но как бы вы тогда трактовали? Даже не знаю, я об этом не думала. А как вам кажется, почему все-таки вот в России поэты, гении так долго не живут? Есенин, Высоцкий. Потому что искусство — это что-то мимолетное и прекрасное. Оно не должно задерживаться надолго. Оно приходит и уходит. Старое умирает, будет новое. А вообще, как поэту, служителю муз, жить вот в этой действительности нашей грязной, суетной, враждебной подчас? Трудно, но это должно побуждать его пытаться изменить мир, побудить людей к действию своими стихами и творчеством. Ну, а изменить мир можно? Вообще, вы считаете? Да. Но мне кажется, что вообще-то в этом стремлении погибают поэты, а мир-то не меняется. Возможно. Поэты погибают. Да. Но погибают не только они. Многие люди творчества не выдерживают того, насколько этот мир жесток. Можно задать вопрос, вот как вы считаете, все-таки кто виновен в смерти поэта, по вашему мнению? По нашему мнению, виновна его судьба, несчастного поэта нашего. Ну, то судьба, она не может быть виновна, потому что судьба есть судьба. А все-таки, если виновен, то кто-то, человек, может быть, какой-то? Нет, я только в судьбу верю. А вы как считаете? Я поддерживаю ее. Судьба? Да. Конечно. Просто не повезло нашему бедному Пушкину.
все-таки, вот кто виновен в смерти Пушкина? Царь, Донзас, Дантес, Геркерн или, сам, может, Пушкин. Быть, сам Пушкин? Почему? Потому что не надо было обращать внимание на то, что объявлял ему ненравящимся. Такой сложный ответ, не могли бы вы пояснить? Нет, думаю, что я пошла отдыхать, а не беседовать. Ну, мы пришли посмотреть версию вот Сергея Безрукова, у него своеобразная трактовка этой трагедии. Я еще не видела версию. Когда я посмотрю, тогда я буду знать, что у него за трактовка. Спасибо. Считаете, все-таки кто виновен в смерти поэта? Общество, царь или кто-то другой, может, сам Пушкин? Ну, возможно, тут все сразу сошлось. И общество повлияло, и давление царя в том числе. И не надо забывать, что это все-таки поэт, его трепетная душа, да, ну, наверное, не вынесла всего этого давления. И так сошлось, что поэт не стал. А как вам кажется, почему все-таки в России поэты, гении так долго не живут? Есенин тот же, да, тот же Высоцкий, который... Если, да, брать их всех, то, если верить истории, да, что опять-таки было давление откуда-то сверху. Может быть, действительно, какое-то у нас правительство не такое, которое не дает человеку быть свободным во всех смыслах. Поэтому и ничего. Ну, властители и поэты, которые себя объявляли пророками, они всегда конфликтовали. Во все времена, и в Древнем Риме это было, и в Древней Греции. Почему вот поэты всегда конфликтуют с властителями? Может быть, потому что они видят больше, чем видят властители. Потому что они живут среди народа. Поэтому и такие конфликты возникают. Потому что им доступно больше. Они находятся в этой среде. В то время как властители видят поверхностно, скорее всего. Поэтому... Спасибо. Пожалуйста. Как вы считаете, все-таки кто виновен в смерти поэта, по вашему мнению? Пушкин был жив, он стал Александром Дюма. Но вы считаете, он не погиб на дуэли? То есть, значит, Негре не умер, да? Нет, то, что последнее я читал, но не, уже достаточно давно, Пушкина в могиле нет. А правда или нет, кто ее знает? Уже столько лет прошло. Я даже читал, что пистолеты были чуть ли не подменены там, или заряжены неправильно. И что кто-то к этому приложил к этому руку. Но это такая одна из версий. А так, и говорят, что даже он слишком много выступал против царя, по-моему, даже. И, может быть, царь сделал что-то, поучаствовал, может быть. ФСБ поучаствовал. Да, но это трудно сказать. Спасибо. Как вы считаете, кто все-таки виновен в смерти поэта? Его ревность. То есть его характер, да? Да. А может быть, красота Натальи Николаевны, которую, ну, невозможно не виновать, весь Петербург был в нее влюблен, значит, включая царя. Ну, она же не виновата, что она родилась такой красивой. Ну, может быть, вести как надо было себя соответственно. Некоторые литературоведы, Щеголев прямо ее обвиняет в том, что она вела себя слишком вольно. Ну, мне кажется, все равно ревность погубила и его, и их отношения. Ревность его. Ревность – это плохое чувство. Нужно доверять своему человеку. Если ты его выбрал, значит, ты уже принял его таким, какой он есть. Как вы считаете, кто, по вашему мнению, виновен в смерти поэта? Я думаю, его нрав, потому что... То есть сам Пушкин? Конечно, но на то время же очень честь имела важную роль, и поэтому против этого
никто бы... Но в любом случае, мне кажется, если бы на месте Пушкина был бы любой другой человек, который себя уважал бы, то он бы поступил бы так же. Ну, он бы взял бы перчатку и пригласил бы человека на дуэль. Вот, и сражался бы за свою честь. Ну, значит, дело не в нраве, а в нравах общества. Да, вот так. То есть общество виновато. Ну, не то, что... Не, как сказать, если... Ну, если взять капитанскую дочь, куда там Гринёв тоже говорит, я офицер. Ну, это выдумка все-таки, а реальная жизнь. Ну, я имею в виду пример такой, то, что общество, да, вот, получается, порядок его, он... Хотя дуэли были запрещены под страхом смертной казни. А. То есть тот, кто выживал в дуэли, тот должен был быть казнен. Ну, я не знаю, как рассматривать поведение Дантес, вот, а поведение Пушкина я объяснил. Ну, как я вижу. А как вам кажется, почему вот поэты, такие гении в России долго не живут? Я думаю, вообще гении у всех судьба очень интересная, и вообще век у них такой очень небольшой. Ну, почему? Они немного не вписываются вообще своим мировоззрением, наверное. В этом... Ну а почему не вписываются? В чем конфликт-то? Почему? Ну, они как белые вороны. В хорошем смысле, и они очень нужны вообще, потому что без гениев наша жизнь была бы такой интересной. Ну, общество не принимает гениев. Нет, оно, может быть, сперва не принимает, но потом очень вот принимает. Когда они особенно мертвые. Конечно, вот. То есть сначала убивает, а потом воспевает. Ну, типа того, да. Это нормально, мне кажется. Нормально. Да? Ну, ход жизни. Такой. Спасибо. Пожалуйста. Вот как вы считаете, все-таки в чем вот гений Пушкина? В чем ее секрет гения именно Пушкина? Ну, я считаю, что настолько поэтичны его фразы, что такое никто не сможет повторить, которую не надо перевести, сложности возникают с переводом. Но греет слух его дар, да, и в повестях. И ну, в стихах. А как вы считаете, гений это тот, который как бы вот сочиняет стихи методом подбора слов? Нет. Методом подбора, так сказать, рифмы нет, или нет, все-таки нет. Который просто записывает вот уже готовые фразы, не подбирая слова? Ну как, муза же рождается, там же не спросишь, подобрали слова, не подобрали. Кому-то снится... Да, кому-то снится. Кто-то в туалете сочинит, тут же читает там надписи. То есть это сложно объяснить. Вдохновение, опять же, любовь толкает на поэзию. А почему вот в России такие гении поэты долго не живут? Как-то они все плохо кончают. Ну, к сожалению, не все, но свойства не России. Все. Почему свойства России? Ну, такая наша страна. А Россию умом же не понять. В чем вы, как вы считаете, тайна гения Пушкина? Тайна гения? Мне кажется, гением... рождается, то есть это что-то внутри, какой-то талант, который он с течением лет реализовал еще больше. То есть в нем что-то было, как в каждом человеке, как будто что-то зарождается такое, из рождения есть. А потом, если ты это поддерживаешь, это развиваешь в себе, то сможешь что-то реализовать и быть гением. Но то есть гением все-таки рождаются? Отчасти да, должен быть какой-то зародок. Ну, просто я верю, к примеру, что человек, когда еще совсем маленький, в него как будто, ну, это мои мысли, как будто в него что-то вселяется, какой-то талант, что-то такое небольшое. А дальше уже зависит от человека, развил он это, поддержал, научился чему-то, чтобы этот талант поддержать дальше или нет. А как вы считаете, вот почему таланты, гении так долго не живут в России? Умирают, молодые. Я думаю, что это не именно в России. Есть такое, как, ну, мысли, что гениальный человек, у него мозг работает намного больше, и он изнашивается и стареет раньше, что когда, допустим, есть еще такая тема, как возраст 27, как клуб 27, когда люди убирают, когда они доходят до пика своего таланта, то есть они реализовались по максимуму и дальше не знают, куда идти.
ну, то есть, какое может быть еще дальше развитие. Но в данном случае у него была смерть не по собственной воле, да, а от кого-то, то есть, возможно, это пик, до которого он дорос. Но, хотя, я думаю, он бы еще много чего сделал. А как вы считаете, все-таки кто виновен в смерти Пушкина? В смерти Пушкина? Да. Знаете, это сложный вопрос. Я верю, что каждый человек приходит сам к каким-то шагам. То есть, ну, если он пришел к этой стадии, к этому моменту, то, возможно, его действия во многом к этому привели. То есть, понятное дело, что он не сам себе всадил там пули, да, но что он как-то спровоцировал эти действия. Вот, к сожалению, то есть, все-таки он сам спровоцировал? Ну, не на 100%, но то, что он к этому добавил, да, то есть, какие-то шаги сделал, на мой взгляд, да. Спасибо. Кто виновен в смерти поэта, по вашему мнению? Судьба. Судьба, вы считаете, да? А вы как считаете? Сложно ответить на этот вопрос. Пуля. Нет, ну там не только Дантес. У него так что все шло, это творческий пик его был. То есть он сам виновен в своей смерти? Нет, он не виновен, но судьба действительно так сложилась. Ну, судьба такое общее слово, все скрываются за ним, говорят, а судьба, все, объяснять ничего не надо, судьба. Ой, ну у него была такая душевная трагедия, да, такая проблема с женой, поэтому все равно был какой-то кризис, поэтому судьба. То есть он последовательно шел к этому, это закономерный итог, да, его жизни, да? То есть он не мог выжить на дуэли, убить Дантеса? Как? Ну это уже альтернативная история получается. Ну почему? Он хотел убить, нормально хотел убить Дантеса и уехать к себе в деревню, жить. Не знаю, мне кажется, что судьба, да, не сложилась. Не получилось. Вот как вы считаете, все-таки судьба определяет человека или человек формирует свою судьбу? По-разному. Ну вот мы посмотрели Пушкина, вот он играет с судьбой. Ну это понятно, самый простой ответ, поровну, да? Но все-таки, что вот такое судьба? Вот он не боится, так сказать, зная, что он умрет от руки белого человека, да? Он не боится дуэлей, зная, что умрет совершенно определенным образом, предсказанным ему. И он таки умер именно так. Может быть, он, так сказать, как-то инсценировал это исполнение пророчества? Может быть, да, уже отпустил судьбу. Как-то. Здесь трудно говорить, нужно пожить в том времени, наверное, и я думаю, все-таки судьба какая-то есть. Судьба есть. Судьба. Ну, что вы определяете? Вот судьба, по-вашему, это что? Судьба? Да. Ну, она же не зря говорят, на роду. Ну, написано, что это такое? Судьба, это что? Сценарий, это некая предопределенность, ну, железная, которую человек исполняет, как в кино. Хочешь, не хочешь, все равно все исполнится. Ну, по всей видимости, да. То есть то, что случилось в итоге с Пушкиным, это его судьба, и он не мог ничего избежать. Ну, я поэтому говорю, 50 на 50 здесь, почему? Ну, можно процентов больше отдать в часть, то, что он сам виноват в этой смерти, да? И тоже здесь и судьба тоже. Она тоже определение какое-то имеет. Он подогнал ее, получается. Или... То есть судьба управляет человеком, не человек судьбой? Ну, нет, тут наши властители вокруг, все, которые его хотели убрать. Вот. И он сам тоже, в общем-то, виноват в некоторых вещах. Гений, одним словом. Ну, а что такое гений? Вот как вы определяете? Гений. Что это такое? Гений. Гениев, наверное, мало у нас. Поэтому вот это есть слово для таких людей, как он, Пушкин. А почему? Он гений, потому что писал хорошие произведения, стихи. А почему гений постоянно вот в каком-то конфликте с обществом? Скорее всего, с властью. Да, вот именно они, наверное, страдают больше всего с властью. Ну, почему? У нас даже обычный человек страдает, а такой, как он много писал политических, наверное, много всяких писал вещей, которые не устраивали нашу власть. И, ну, ему поэтому и сказали, пишите только то, что вы можете. Но вы считаете, что все-таки это судьба, а не кузни и заговор какой-то против поэта? И заговор тоже. Тоже. Там, да, все вместе, там много чего есть. Смотри.
посмотрели спектакль. Все-таки вот какой ваш вывод? Потрясающе. Кто, так сказать, виновен все-таки в смерти поэта Пушкина? Это очень хороший вопрос. Ну какой у вас вывод после просмотра спектакля? Как виноваты... Все понемногу. Все понемногу. Виноваты чувства, виноваты окружение в некой степени, я думаю. То есть с разных сторон все это влияло, и в итоге получилось то, что получилось. А как вы считаете, вот Пушкина очень часто здесь называют гением, насколько это оправдано? Ну, это полностью оправдано. Ну, вот как, что вы считаете, что вот вы вкладываете в понятие гений? Почему Пушкин гений? Потому что, во-первых, он разносторонний человек, он находит себя везде и во всем, и очень большое влияние оказывает на окружающих себя людей. И только радует. Может быть, потому что он, как он говорит, живет по своим законам, не хочет жить по законам общества, а живет по своим законам. Ну, у каждого человека есть свое мнение, а вот тот человек, который выражает свое мнение в открытую, не боится этого. А почему гении долго не живут? Сложный вопрос. Потому что выражает свое мнение. А, вот поэтому, да, это очень важный ответ. Очень важно. Спасибо большое. Можно узнать ваше мнение? Все-таки кто виновен в смерти поэта? Политика. Политика? Я думаю, политика. А спектакль? Понравился спектакль? Очень понравился. Ну и вот как ваше мнение, какой у вас вывод напрашивается? Кто же все-таки виновен в смерти поэта Пушкина? Я не знаю. Это прямо исторический вопрос. Ну почему? Вот мы посмотрели спектакль, да, о судьбе. Но это вольная интерпретация. Ну вольная интерпретация. Мы посмотрели спектакль, да? Безрукова, да? Его интерпретацию. Вот вы какой делаете вывод? Кто виновен в смерти Пушкина? Я думаю, что у каждого своя судьба. И как заключилась она так. То есть вы считаете, что предсказание гадалки о судьбе, да? Что он погибнет от белого человека, то есть предсказание, то есть судьба уже его была предрешена. Я не считаю, что здесь кто-то виноват, просто вот так вот случилось, к сожалению, так случилось. А он не напрашивался на смерть? У вас нет ощущения, что он как-то вот пытался осуществить то, что ему предсказала гадалка? Возможно, но он защищал свою честь, возможно, зная это, он просто не мог поступить иначе. А вы считаете, что Пушкин гений? Я очень люблю Пушкина. Нет, вы считаете, что он гений, или он для вас не гений? Возможно, особенно после сегодняшнего спектакля, для меня это стало точно правдой. А что вы вкладываете в понятие гений? Что это такое, по вашему мнению? Ну, не то, что это определенный гений или талант, но то, как он писал стихи, то с какой душой, с каким прочтением это выражает. Но вы знаете, что он подбирал слова, очень долго работал, подбирал рифмы, подбирал слова, зачелкивал, перечеркивал, множество было у него. А есть поэты, которые пишут и уже не исправляют ничего, у них, как они, знаете, трансляторы. Наверное, здесь важен результат и то, что мы видим в итоге. Ну вот, например, слова «гений чистой красоты» – это принадлежат не Пушкину, а Жуковскому. Но как он их привил? Я не знаю. Что вы хотите услышать? Ваше мнение? А вы как считаете? Вот человек уже с жизненным, большим жизненным опытом. Как вы считаете, вот то, что нам показал в спектакле Сергей Безруков, его, так сказать, интерпретация? Мне, честно говоря, это как бы вещь его отца, Виталия. Мне не понравилось. Вам не понравилось? Нет. А почему? А я считаю, что нельзя так искажать именно человека, которого мы признаем за гения, да, угу, поэзии, и его жизнь интерпретировать, как тебе хочется. Я с вами согласен, да, здесь были некоторые натяжки, интерпретации. Ну, не некоторые, ну, конечно, они много позволительные. То есть это больно, я хочу так изображать. Ну, да, театр, он же сам сказал, это театр. Но театр должен не должен опираться на историческую истину, они крутят, как хотят. Ну, это личная жизнь действительно существовавшего человека. Да, но это все предположения, догадки неоснованные, хотя здесь много фактов. Очень много же много его фактов. Современники писали, да, и есть воспоминания. Да. Почему вы считаете, почему он гений для вас? Кто? Сам Пушкин? Да. Почему? Ну, потому что действительно прекрасная поэзия. Ну, прекрасной поэзии много прекрасных поэтов. Много.
Согласитесь, правда? И Лермонтов тоже прекрасный поэт, и Есенин прекрасный. Почему не может быть много прекрасных поэтов? А вот что вы вкладываете в понятие гений? Что это такое для вас, гений? Говоря, вот древние лимнеры говорили, что у каждого человека есть гений. Но такое количество прошедших лет оставило его как бы солнцем нашей поэзии, значит, он того заслуживает. Мнения могут быть разные, но тем не менее. Ну вот римляне говорили. Проверено временем. Вы считаете, так? Считаю, да. Ну, вообще-то миф о Пушкине сделали в 37 году, в 1937 году, до этого он был почти забыт. А все-таки кто виновен вот, в дуэли? Ну, общество. Кто виновен в смерти поэта? Общество, вот эти все сплетни светские, они очевидно. А он был по натуре, конечно, тоже не поймальчик. Да, он, конечно, был не ангел. Как говорят, доигрался. Мы его идеализируем. Как все-таки считаете, кто же виновен в смерти поэта? Это самодержавие. Самодержавие. Конечно. Проклятое. Вот как вы считаете, все-таки вот в той версии, которую мы посмотрели в спектакле Сергея Безрукова, кто виновен в смерти поэта? Ну, на самом деле, я не знаю, есть у тебя ответ на это? Давайте молодого человека послушаем. Наталья Гончарова. Вы считаете, Наталья? Посленно. Почему? Ну, по сути, сподвигло именно это. Стало центральным событием, скажем так, посещение Дантеса, дом Пушкина. Ну, это обозначили здесь как шутку, как провокацию, что вроде бы ничего не было. Ну, такого. Ну, не знаю. Как по мне, то есть вы... это уже что-то добыло. То есть вы считаете, что ее легкомысленное поведение спровоцировало ревность Пушкина, и эта ревность привела вот к такому печальному результату? Ну, Пушкин тоже хорош, так сказать. В общем, косвенно виноваты все. Но это всегда говорит, все виновато, все факторы, 50 на 50, но все-таки главная причина, по-вашему, все-таки поведение Натальи Николаевны? Поведение? Нет, поведение отца Дантеса. Гекерна. Но, между прочим, исторически доказано уже, что Гекерн не писал этого пасквиля, никакого отношения он к нему не имел, ну, и вообще он вел себя предельно честно. Ну, вы спросили в пределах спектакля, да. Я отвечаю по спектаклю. Да, по спектаклю. А вот как вы считаете, Пушкина называют гением? Вы согласны с тем, что он гений? А что вы вкладываете в понятие гений? Реформатор вообще русского языка. Основатель новой русской литературы. Новой русской литературы.